Готовим место с мамой. Мама, тебе не холодно? О, мне жарко. Тебе не тяжело? Нет. Смотри, а то мне люди потом же пишут, что... Мама, поставь, сказала! Она ж легкая, это ведро. Не, ну вот посмотри, я хату загоню нафиг. Ну что такое? Ой, мама. Короче, клубнику решили пересадить. У нас клубники полно. Нет, она просто в разных местах что-то получилось. Ну так я правильно говорю, да. 5 будет их месту. Да. А я хочу в одно место ее. Я тебя прошу, я тут для чего с тобой делаю, копаю? Для чего? Что ты тягаешь? Я уберу ведро. Бля, муха, я сказала нет. Не, ну мама. Я сказала тоже да. Женщина написала это самое, грыжу. Ну легкая, но все равно. После такой операции грыжу вырезали. Ну положи на место. Глаз да глаз. Потому что, мама, не надо поднимать ничего. Тебе привет от Людочки. Ой, погодка сегодня хорошая. Ей привет. Хорошо. Тем-тем. Тем-тем. Тут-туда нет. Ой, погодка. Гляньте, какая классная. А я вожу мусор еще, пепел да вывожу. А ну тихо. И копаю, буду редиску сейчас еще садить. Да чуть-чуть редиски посажу. Это не в платьях дефилировать. А та-да-да-та-ри-та-ри-та-та-да-ри. Мама так смотрит. Нет, не принцесса, королевна. Ма, королевна. Лизнул меня со всех сторон. Вот что это у этой сапкой можно сделать? Это мама на любимом. Отойди с экрана телевизора. Вот. Вот знаете, она обожает эту сапочку. Это что, раком стоит так вот. И каждую травиночку берет вот так вот. А она хорошо полит, гляньте, как хорошо. И выпалывает. Ух ты, ма, такая сапка классная. Только знаете, что один недостаток? На коленях стоять надо. Да нет, эта сапочка, это между каждым кустиком. Между каждым кустиком. Она удобная. Вот, ребята, от вас тоже бурьянчик уберу сейчас. Вот так. Каляка-маляка, тебе привет. Как она мне написала так классно. Нателла, нехер болеть. Огород не копан, гульки не погуляны, платья не поношены. Какой болеть? Каляка-маляка, подружка моя. Ну, в Ютубе, каляка-маляка. Ты молодец, настроение нам поднимаешь. Такая женщина хорошая, живет в Японии. Вышла замуж за японца, да. Очень довольна жизнью. Вообще такая, знаешь, такая классная. Она, знаешь, не сладкая. Она не сладкая такая баба. Ну, правду матку, за правду. Молодая. Как я? Ага. Мы еще молодые, да, каляка-маляка? Такая, знаешь, правду матку. Ага. За слово в карман не полезет. Справедливая тетя такая. Ну, нам это подходит. Нам это подходит, каляка-маляка. Ты услышала нас? Это она мне говорила, как-то ее зовут на прямом эфире. Когда мы тут выпивали. Помнишь, каляка-маляка? Я забыла. Я забыла, напиши мне. Ну ничего, расслабляться тоже надо иногда. Ты знаешь, что я водку не? Водку не. Водку я не. Надо, пошла. Лизонька. Лизаня. Он Женя твой. Иди. Палочки есть. Так, повезла я. Фу, землю вожу. О. Так, коврик ты сделала, да? Ой, тачку везу. Поубирала там, хоть чуть-чуть. Игра. Сейчас Женя пообрубывает эти все ветки. И будет хорошо. Так растут. Ну, конечно, мокрую землю. Земля не то, что она не мокрая, она влажная. Мама, а червячки ты уже видела? Да, валом. А говорят, когда червяки, это уже все полный рост, можно все садить. Да. Так, а я пошла редисочку посажу, пойду скопаю сейчас. А ты лопату, можешь свою новую лопату мне забрать? Куда? Ну, мне там скопать надо кое-что. Да ты возьми лопату. Это же моя новая. Я знаю. Моя новая лопата.
Ой, какой ты красивый. Боже, какой он красивый. Надо купать, у него вся жопа в пепле. Дай поцелуться, дай поцелуться. Ой, боже, боже, гля. Ой, умереть не встать. От семейства, да? Хорошо. Соседи какие-то странные, не здороваются. Виктория. Вот только что выкопали с мамочкой. Самое что интересное, да, мам, под железным листом росло. Лизаня. Оно ж пустило усы. Усы пустили. Пустили так. Усы. И вот так в рядочек. Земля влажная, но потом, наверное, взять это ведерко водички, мам, и полить. Надо. Не надо? Посмотрим, понаблюдаем. Угу. Пока влаги хватает. Лиза, моя девочка, Галя сидит на будке, моя слово сладкая. Вот так усы снимаются, все снимается. Это. Курень обрезается. Так. Усы снимаешь? Какие? А ну как ты это делаешь? Вот так, курень так вот немножко подрезаем ножницами. Вот эти усы, вот это, если руками можно нарушить. Это те, что. Мама, а что ты без перчаток? Я в перчатках. Я не могу. Не можешь? Нет, я не могу. А я в перчатках, вот руки берегу, у меня маникюр. Ну про тебя, ради бога. Что там говорить? Так, рассоединяем, где видим. Ладно, у меня кура. Я уже курочка уже в духовке. Хорошо, все. Все, я погнала редиску сеять. Давай. Так, заработали. Женя говорит, я хочу кушать. А мне шаром покати. Ну потому что огород и огород. Так я засандалила в духовку. Вот так вот. Курочку. Ребята, засандалила почти мороженую, почти, короче, в этом, во льду. Горячую воду окунула, бегом специями намазала в пакет. Пускай кушает, мне некогда. Так тихонько что-то, я там слышал про меня что-то говорят. Ага, ну как, картошечка, да? Угу. С тушеночкой, потом капусточка и редисочка, все по-сельски. Я помыла, усики не обрезала, потому что мне некогда. Как капусточка, нормальная? Да. Ну все, Женечка, я тебя жду на поле боя. Все, давай. Работаем усе. Давай, кусни, кусни. Ты напахался, а я, видишь, ничего не приготовила. И бери, запаривай липу и пей, пей. Вот здесь была клубника. И под железяка росла, и вот здесь росла. Все, выкопали. Я скопала еще здесь. И вот такая у меня есть редисочка. Вот такая вот редиска. И я ее сейчас вот здесь посею. Вот тут вот так вот. Какое дерево, Жень, сейчас? Дерево зеленое? Ой, это, по-моему, это яблонька или вишенка, Жень. Я даже не знаю, чем. Ну, конечно, пускай будет. От соседей дебилов пускай будет. Как шиповник убрал? Ты сказала, помахивай. Ты внутри шиповник убрал или где? Нет, вот здесь. А, это да. То какой-то шип, да, это какой-то шиповник. Я, да, правильно, что ты убрал. То я думала, куст шиповника настоящий. Знаешь, есть шиповник еще. Нет, там я не. Хорошо. Пока. Пока, пока. Пока. Ой, бедненькая. Умничка. Надо сразу же. Ну, значит, я могу спокойно копать, и ты справляешься, да, я пока? Я только не знаю, что мне делать. Или полить, побрызать их немножко. Даже вода есть, она не холодная. Я даже не знаю, наверное, вот такие хозяйки, что не знаю. Ну, может, давай утром тогда. Не, мам, давай, земля влажная, червяк лезет, не надо. Да. Давай завтра. И пускай водичка нагреется, она дождевая, она, скажи да, мне. Да, 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 хорошо. Пускай она настоится. Женя, как ты думаешь, клубнику надо полить? Ночью будет холодно. А ну спец, слово спеца. Не, ну немножко. Ну немножко, да. Она стресс получила при пересадке. Польем. В общем, слово. Как дождь, когда моросит. Хорошо. Вот так. Хорошо, слово. Слово профессионала. Каждый день, скажи, клубнику пересаживаю, да? Да. Мама, то не сильно густо мы ее садим, а? Нет. Нет. Она же какая примесь, а какая нет. Ой, боже, мне кажется, так густо. Да нельзя редко, сильно. Женя, густо? Нет, тут Вера Анатольевна виднее. Вера Анатольевна, тебе виднее. Ладно, пошла я копать клумбу. Жень, так а что мы эту кучу? А, запалим ее, да? Да, я пойду еще там
той стороны. Давай, Женечка, давай. Пойди там. А вот эту клумбу, вот эту вот мелиссу хочу выкопать. А то она разрослась. Вот это сухое побосмать. Вот я же иду, иду. Я уже третья клумба у меня сегодня уже. Ой, Господи. Ну, посмотрим, мамочка, посмотрим. Ну, ребята, уже. Вы говорили, это мне, которые мне писали девочки, что Нателла, засей травой. Ну вот, сеять не надо. Смотри, сколько травы. Только коси. Ой, а когда покосишь, так красиво. Ой, какие запахи раздаются по всему двору. Травки, цветочков, курочки с духовочки. Ой, подснежники еще есть. Пошкандыбала. Пошкандыбала. Все, папа, на улице лучше, чем дома. Там мат-перемат не туда. Точно, что мат-перемат. Пошел вон, пошел на, пошел су. Он же Шкода. Ну, красивый песик, конечно. А я с клумбой борюсь. А мама, ну, мне кажется, она густовата, ребята. Посадила эту, как ее зовут, клубнику. Гляньте, как густо. Что-то густовато, густовато. И Женя борется. И это. А Лиза от него не отходит, травку жует. Жует травку. Женя! Как он чувствует, что его снимают, я в шоке. Привет! Котелочек воды носит. Котелочек. Умничка моя. Ох и мама. Ох и мама. Фух. Траву. Лаванда что-то присохла. В том году уже такая красивая была синяя. Это даже и цвет не дает. Копаю. Копаю своей золотой лопатой. Примется, да не примется. Ты решила ее так залить прям, да? Да ну правильно, мама, мы с тобой, помню, садили, но мы как-то реже садили ее. Реже покупали их как рассада. Я это с пасынка. Да, это ж пасынки, да, ты ж подстригла. Да, да, да. Ничего, мама, будет. Что будет, то будет. Я знаю, что она очень крупная. Густо рассадим. Да, рассадим. Еще раз рассадим. Ну так, все равно есть куда садить. Пасынка, это же готова тебе рассаду. Да, ну да, я поняла, что это пасынки. Пока. Девочки, слышите, пасынки. У нас бабушка клубника занималась, боже, и на озерке торговала. Продавала клубничку бабушка наша. Всю жизнь на рынке с клубникой. Как клубника, и на книжку деньги слаживала, мама, помнишь, а потом в 90-е годы все... Дорогое государство отблагодарило. Да, отблагодарило всех. Забрав все накопления. Да. Она что плакала так. Она соберет. Не, 4000 рублей было. Это дофига, мам. Да. Ты что, в Советском Союзе? Машина. Это да, машина. Это ж клубникой занималась. Ну, а мы? Не только. И козы, и крови. И козы. И... Ну, в основном клубника, мама, да. Вспомни. И корзинами и возила. Корзинами на автобусе возила. Две ходки. Утром и после обеда. Продаст, приедет опять за корзинами. Под кроватью всегда корзины с клубникой стояли. Натаня, це їсти не треба. Це не їж, це на базар. Ти їла? Не давай, мне выделяли. Ты что? Мне в первую очередь. Ну, конечно. Сливы, я понимала, что такое нельзя. Меня научили, поверни. Я все рассказывала, я голодная всю же сходила. Сливы объелась, заснула. Что... Подумали, что меня цыгане украли. Под кроватью уснула. Да молодец, Жень, что там говорить? Прямо все светится, Женя. Все светится. Женя, надо завтра ковры сложить. Или пускай висят. Понедельник, хорошо. Или сейчас, или понедельник. Не, я сейчас пойду клумбу докопаю, пойду. Спокойной ночи, Жень, давай.